Smart Level LED. Неровный или наклонный пол больше не станет препятствием для проведения высотных работ. Несколько лет назад нидерландские специалисты представили лестницу нового поколения. Секрет высокого уровня безопасности, который она дарит, заключается в уникальной конструкции ножек. Они прикреплены к регулируемому профилю, угол наклона которого может быть изменен, чтобы совпадать с поверхностью. Это позволяет в любой ситуации устанавливать лестницу строго вертикально. Производитель, компания Smart Level LED, предлагает несколько похожих лестниц разного размера. Все они оборудованы указателем максимальной рабочей высоты и фиксирующими крюками для большей безопасности. Цена — около $350. Roof Pitch Happa. Любые кровельные работы сопряжены с определенным риском для здоровья и жизни людей, ну а устройство под названием Roof Pitch Happa позволяет существенно их сократить. Это платформа с противоскользящим покрытием. Она прочно фиксируется на гибкой черепице, после чего выдерживает до 550 кг весовой нагрузки. Таким образом, человек может опереться на платформу и работать в более удобном положении, при этом с меньшим риском соскользнуть и упасть. Максимально простое и понятное устройство изобретения обеспечило еще и доступную цену от $95. Статмарк. Чтобы крючок или держатель полки прослужили долго, необходимо крепить их к балкам, спрятанным внутри стены. Раньше находить их было долго и сложно, приходилось пользоваться линейкой и сложными планами. Сегодня задачу в два счета решает Статмарк. В него встроен мощный магнит, который притягивается к гвоздям балок. Обычно лишь пары движений по поверхности стены достаточно, чтобы найти наилучшее место для крепления. Но это еще не все. Статмарк получил два съемных магнита, чтобы обозначить подходящую балку было более удобно и просто. Цена — $12. LiftRide Electric Stair Climbers. Поднимать даже самые тяжелые грузы по лестнице оказывается совсем несложно, если под рукой находится инструмент от ирландской компании LiftRide. Устройство представляет собой тележку, грузоподъемность которой варьируется от 80 до 500 кг, в зависимости от модели. Она позволяет перевозить объекты в удобном положении, избегая лишней нагрузки на спину. Однако лучше всего изобретение раскрывает себя при подъеме по лестнице. Механический толкатель приподнимает тележку со всем ее грузом, после чего ставит на ступеньку выше. Этот цикл она повторяет до тех пор, пока тележка не окажется на нужном этаже. Клэпсидра. Следующее изобретение, о котором пойдет речь, — насадка на дрель для удаления ржавчины и лакокрасочных материалов. Она представляет собой чрезвычайно жесткую металлическую щетку, и от конкурентов ее отличает необычная вогнутая форма. Благодаря ей клэпсидра идеальна для обработки прутьев и арматуры. Она позволяет справляться с работой в несколько раз быстрее, так как одновременно обрабатывает сразу несколько сторон. Компактные же размеры клэпсидра позволяют оперировать ею в тесных и труднодоступных местах. Цена — от $25. Ламелла Тенса P10. Альтернативу традиционным крепежным элементам для мелкой деревянной мебели предложила швейцарская компания Ламелла. Tensa P10 — стяжка с клипсой, разработанная специально для быстрой склейки деталей толщиной от 12 мм. Крепление с помощью Tensa P10 не требует использования клея и других дополнительных крепежных элементов. Соединение на 100% скрытое и очень надежное. Все, что требуется от рабочего, — это создать отверстие под стяжку, используя фрезу. Внутри отверстия детали помещаются без применения инструментов вручную и за пару секунд. Создаваемое зажимное усилие — 10 кг. Цена — $80. Молоток с диспенсером для гвоздей.
А вот продукт, который, к сожалению, не получится так просто купить в магазине. Это проект американца Майкла Янга. И прямо сейчас изобретатель работает над получением патента, чтобы когда-нибудь запустить свое детище в серийное производство. Рассказать о нем, впрочем, мы можем уже сейчас. Перед вами молоток, позволяющий не удерживать гвозди руками и значительно повышающий безопасность и скорость работы. Инструмент вбивает их полностью самостоятельно и, что довольно необычно, работает с пистолетными гвоздями. NEMA Power Tools. Свое название данный прибор получил отнюдь не случайно. Как и NEMA из известного мультика, эти инструменты прекрасно чувствуют себя в воде. Они были спроектированы специально для крайне сложной работы, различного подводного монтажа и демонтажа. В ассортимент бренда входит несколько моделей дрелей, гайковертов, шлифовальных станков, пил и даже перфораторов. Все они работают от аккумулятора. Его полного заряда хватает в среднем на 2 часа работы. Максимальная глубина погружения с такими инструментами — 50 метров. Цена сильно варьируется в зависимости от инструмента, но превышает $1000 за штуку. SpeedEgg Pro. Справиться с задачей по укладке деревянного настила в 4 раза быстрее, чем раньше, поможет австралийская разработка SpeedEgg Pro. Это металлический держатель, который фиксирует доску на месте во время крепления и позволяет избежать лишней траты времени на создание разметки. Одновременно инструмент может удерживать сразу несколько досок. Кроме того, он позволяет сделать между ними идентичные по размеру зазоры. Благодаря этому готовый настил выглядит более эстетично. Производитель предлагает прибор в 5 различных размерах, длиной от 70 до 140 мм. Цена — $40. Singa Magic Scribing Tool. Данный инструмент предназначен для быстрого и более удобного нанесения разметки. Отмеряемая длина выставляется парой легких движений. Производитель гарантирует точность вплоть до 1 мм. Лезвие из анодированного алюминия, которое гарантированно не заржавеет, оставляет на поверхности тонкий, но хорошо видимый разрез. Его оказывается достаточно для дальнейших работ. Singa Magic идеален для работы с ламинатом, деревянной мебелью, различными окрашенными объектами. Созданный им разрез при дальнейшей резке позволяет уменьшить скалывание краски и древесины, в том числе, если работать приходится поперек волокон. А еще работать им удобно даже одной рукой. Цена — около $85. Columbia Drywall Automatic Tape. Последний инструмент из нашего списка предназначен для быстрой и эффективной заделки швов гипсокартона. Он позволяет сократить количество требуемых для выполнения задачи инструментов, а заодно выполнить полный цикл поклейки всего за пару движений. Секрет эффективности кроется в продуманном устройстве. В него заправляется не только малярный скотч, но еще и шпатлевка. Получается, прибор одновременно наносит шпатлевку на стык, а затем накладывает сверху ленту. Встроенный направляющий ролик позволяет делать линии более ровными. А еще прибор получил крохотный нож, чтобы аккуратно обрезать скотч по окончанию стыка. Производитель — канадская компания Columbia Taping Tools. Покупка обойдется в $1450. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!